Вот все ближе, совсем скоро пробьет кремлев все куранты, плесят вверх пробки из бутылок шампанский. Кот напился валерьянки. Самый новогодний напиток, вы знаете, жить ты знаешь? Сколько времени нужно, чтобы получилось хорошее... Томас, ты пьяный? Томас, что с тобой? И что там у них на дренышке за стрелочка? Наш корреспондент Анна Солдатова. Томочка, что с тобой? Томочка, ты пьяный? Томочка. Маленький мой. Томас. А вот наряды и настроение здесь у всех, кроме меня, рабочие, непорядок, исправляем. Можно радость, настроение иногда мне было не разрешает, но не разрешают. Будем надеяться, что мне разрешат. Красота – страшная сила. Тем более, что здесь его вон сколько. Каждая такая бочка вмещает 125 тысяч литров праздничного напитка. Ну, здрасте. Праздничный вкус появится через 28 дней. Томас, ты напился? Танцующий кот. Но дольше. В эти бутылки вино налили... Кот пьяный. А после этого еще и вниз головы положили. Никаких дрожжей или тура. Все натурально. Это классический способ. Томас, хватит ко мне приставать. Классическое шампанское проходит ремуаж. Или сведение осадка к самому горлышку. Каждый день в течение месяца эти бутылки нужно поворачивать буквально на миллиметр. И так, пока эта стрелка не сделает полный оборот. Что с тобой, Томас? Неадекватный кот. Падает. Пыдим. Жирный. Анна Солдатова, Юлия Глазкова, Денис Фролов, Юрий Тахов. А сегодня на Первом канале запустится самое новогоднее кино «Ирония судьбы», если это пара. Ну а завтра вас ждет «Ирония судьбы» продолжение. Эти фильмы уже стали своеобразными новогодними талисманами. А первая «Ирония судьбы» подарила нам еще и несколько новогодних традиций. Я тебе больше валерьянку не дам, Томас. Посмотри.